Салям алейкум. Крымская солидарность, город Джанкой. Брата Энвера с Ближнекамского привезли в райотдел, в полицию. Мы сейчас находимся здесь. Очень много ОМОНа собралось. С двух сторон дорогу перекрыли. Вот. И будем ждать новостей. Напомню, задержали Крош Энвера, отца троих детей, народного активиста. Что скажете про Энвера вообще? Какой человек он? Что он? Кто знает? Скажите, пожалуйста. Энвер нормальный человек. Работает здесь в Джанкое телефонистом. Добрый, с друзьями, с любым человеком отношения нормальные у него всегда были. И в Джанкое много кто его знает, так что вот его сюда привезли, мы собрали здесь поддержать его. Дорогу перекрыли так, как будто это особо опасный преступник. Поддержать собрались ребята. Аллах ашкур. Аллах разосы. Пока все. Будут новые новости. Выйдем на связь.